Никакого дефицита сахара нет. С таким заявлением выступил заместитель министра сельского хозяйства края. По словам Александра Походина, нехватка сахара песка не более чем хитрый маркетинговый ход. 1 апреля истек срок соглашения государства с производителями и магазинами, которые должны были сдерживать цены на определенные категории товаров. К этому моменту заводы якобы начали придерживать сахар, чтобы уже в апреле продать его подороже или получить компенсацию от государства. А в торговых сетях установили ограничения не больше 5 килограммов в одни руки. Например, в одной из них, по словам замминистра, даже повесили объявление, мол, один человек может купить сахар не больше, чем на 5000 рублей. В общем, сделали все, чтобы заставить горожан запасаться. Вот слово «дефицит» вообще не хочу употреблять. Какой дефицит? На 5000 рублей сегодня можно купить почти 108 килограмм сахара. Это два большущих мешка по 50 килограмм, и еще в придачу тебе 8 килограмм, которые ты вот как-то должен унести из магазина. Но вместе с тем, вот, произнося эти цифры, может, механически, может, не понимая смысла, но люди тоже услышали, что какое-то еще ограничение вдруг появилось. И это тоже их лишний раз, ну, так сказать, мотивировало на то, чтобы на всякий случай купить сахар. Однако в торговых сетях говорят, ограничения, лимиты – это вынужденная мера. Просто владельцы небольших магазинов и ларьков стали сметать сахар с полок супермаркетов. В результате обычным покупателям его просто не хватало. Мелкие предприниматели, частные предприниматели, они скупают этот сахар в сетях. Есть такие прецеденты, и они повторяются. Поэтому для того, чтобы мог и розничный потребитель, наш обычный покупатель в магазине у дома приобрести себе сахар по доступной цене, мы, конечно, ограничиваем продажи в одни руки.